Начались финальные игры по баскетболу в рамках спартакиады муниципальных служащих Сургутского района. В финал вышли 6 команд, каждая проведет 4 встречи. Накануне в спорткомплексе «Атлант» за победу боролись команды «Дружба» сотрудников департамента имущественных и земельных отношений и «Максимум» аппарата управления администрации района. Серьезную заявку на победу «Максимум» сделал в первой же четверти, выиграв ее со счетом 15-0. Управленцы вышли победителями еще в 2 периодах, уступив «Дружбе» лишь в одном. Встреча завершилась со счетом 38-14 в пользу «Максимума». Наибольшее число очков команде принесли Владимир Мансуров и Дмитрий Макущенко. Судьи пока не берутся комментировать, у кого больше шансов на победу. Уровень мастерства команд, вышедших в финал, примерно равный. В прошлом году кубок победителя достался «Максимуму». Но в финальных играх этого сезона управленцы уже проиграли сборной районных электросетей и остались без тотального преимущества. Завершится баскетбольный турнир через неделю, после чего у муниципальных служащих начнутся игры по волейболу.